Тут дорога вообще адская. Мы на месте прибыли. Короче говоря, прилетели ночью, нас поселили во временные какие-то номера, будут через пару часов переселять. И мы решили не терять время, пойти. Good morning. Мы решили выйти к океану. Для нас, для всех это первый раз, да? Все? Первый раз. Все первый раз возле океана. Хорошо то, что возле нас прям рыбные рыночки, вот вдоль берега идут. Рыба, креветки свежие. Вот сейчас 9 утра скоро будет, и приезжают лодки, выкладывают морепродукты. Круто, вот собственно и океан. Мы в поисках рынка. По нашим данным, сегодня работает хороший рынок, где можно купить нормальных фруктов по нормальным ценам, морепродуктов, и мы вот в его поиске. Где-то 2 локтя по карте, и мы на месте. Вот где-то от того острова, где-то вглубь пройтись, мы сейчас, возможно, найдем рыночек. И кокосы здесь, кстати, вот такие какие-то желтые, не такие, как в Таиланде, да? Зеленые большие, здесь они какие-то желтые. И небольшие. Кстати, очень прикольно, что рынок этот отказывается вообще от нас. Ну сколько мы шли сюда? 5 минут, блин, пойду по пляжу. Все, и мы на рынке. Момент в том, что по нашим данным, рынок работает, во-первых, до 11, во-вторых, только по каким дням, Ян, ты в курсе? Вторник и пятница. Вторник и пятница работает этот рынок, поэтому сегодня пятница, и мы решили уже не отсыпаться после перелета, пойти в приключения. О, он тут такой местный рынок, как для местных. Прикольно. Да? Крутяк. Сейчас мы будем белыми воронами как-то. Да, ну тут как-то на нас уже неправильно смотрят. Где? Так возьми, купи сразу. Подожди, еще сразу. Покупай, все сразу покупай. Хочется с перепугу сразу все купить, блин. Все кажется таким прикольным. Ананасы надо попробовать, их местные. Вон помело, кстати, валяется на полу. Очень сложно перестроиться на их валюту. Лучше какой-то конвертер установить на телефон, чтобы первое время быстренько, блин, считать. Я не знаю, надо было скачать нам. От манго. Если манго стоит 150 килограмм, то 200 это недорого. Саусеп спросили, стоит 200 рупий килограмм. А, или он 200 рупий целый. Это нормально. Да. А вот цветки банана, вот фиолетовые такие, нафиг они продаются, тоже съедобные, что ли. Манго очень маленькое такое, да, смотрю. Прям. Арбузики маленькие, как у нас растут. У нас такие на огородах тоже растут. Вот папайя, смотри, какая. О, крутяк. One hundred. Чувак, очень дешево. Подожди, сколько это стоит? 100? Это дешево. Давай еще пройдемся. У тебя, ты свой этот, брал? Кантеру. Джекфрут. Самый лучший, самый дешевый. Перевожу. А, вот рыбка, смотри. Тунец. Нет, так я просто хочу поснимать, показать, что есть. Здесь 1001 мелочь сразу же. Столкнулись с тем, что розетки у них вот такие тройные. И обыкновенные наши вилки европейские не подходят, нифига. Рыбка прикольная. Короче, толпа местных. Все покупают. Все покупают, блин, прям движняк, так все тесновато, на рыночке маленькие проходы. О, вот сухая рыба, прикольно, смотри, сколько сухой.
прикольно. А, это продают корицу, наверное, да? Наверное. Прикинь, бананы прикольные. Рынок такой активный вообще. Шум, гам и бардак, блин. Вот это цветки. Да, банановой пальмы. Это картошка у них так выглядит. Картошка. Лайм. Ну да, наверное. Прикольно. Мы на рынке смотримся белыми воронами. Все местные. Опа, пару людей встретил, и то, мне кажется, они тут живут. Креветки, блин, рыба. Смотри, сколько папайи, Оля, иди сюда. Тут Олина любимая точка, наверное. Папайя с размером с голову. Вот размер папайи, блин, как арбуз. Он, мы привыкли в Таиланде в два раза, в три раза меньше, да, покупать? Hello. Такие кокосы, что режутся, смотри, легко прям, да? Угу. Ян, бери. Пробуйте. Давай. И как оно вам, давайте, ощущения ваши интересные. Там брызгает, отрисну. Ну что? Сладенькая водичка такая. Сладенькая водичка. Но он холодненький чуть-чуть, не теплый. Похож на тайский. Похож на тайский. А оплатить кто будет? Я. Yeah. Okay. Вкусняк? Такое, как ты говорил, водная негритоска. Давай, чин-чин. Сейчас нагребем. Это очень полезно, чтобы знать, как себе в этом отказывать. Идем за Саусепом, видели в одной точке. Маленький вывод о рынке. Рынок для местных явно, потому что все тесно, все просто. Мы таких белокожих, блин, как мы увидели, там две девочки было, все. То есть и то туристы такие залетные, как и мы. Рынок прямо находится возле нас, я точку оставлю в описании видео. Ну, конечно, блин. Папайя называется, глянь. Папайя, это не папайя, это папайище. Арбуз папайище. Да, ну покажи, что еще купили. А еще один арбуз купили, тоже еще одна папайя. Это папайя, я не могу поверить. Папайя, мы к таким папайям не привыкшие, да. Бананы, бананы, ананасы, кокосы попили. С дуру нажались, понакупались. Блин, сейчас еще рыбу, может быть, купим. У нас рыбы прямо возле отеля много, поэтому. А здесь назад смотрите, потому что мы не привыкшие к лево-право. И мы не забываем, что сзади машины, они впереди. Мы думаем, что мы идем навстречу, да, по факту они в спину идут. Переходом дороги то же самое, что в Таиланде, блин. Не успел, кто не успел, тот до бабушки не едет, как-то так. Переехали, передавили, поехали дальше. Сумасшедшие. Какие-то рейсовые автобусы летают просто, блин, я не знаю, крейзи такие, блин. Сигналят и летят, очень быстро летят. Классная, конечно, растительность, зелень, мы первый день тут пока. А вон и кокосы их растут на пальмах. Вот просто возле дороги
вон там океан, а вот здесь уже продают рыбу. И вот у нас возле отеля, впереди отель мы уже видим, там то же самое. Огромное количество будет рыбы. А мы будем покупать рыбу? Будем, будем. Мы найдем, кто ее нам приготовит. Да. Не, ну я спросил у нашего работника отеля, я еще не знаю, кем он там вообще является, какая у него должность. Он первый, кто нас, грубо говоря, с утра принял, посмотрел хоть на наши документы, кто мы вообще такие, что мы там спим, в принципе. И вот он сказал, что кухня у них есть. Блин, ну рыба тут крутая. Тунец, прикинь. Тунец, блин. У нас вообще космический день. Наш друг, который нас подвозил, да, который, возможно, нас будет отвозить на экскурсии, зовут его Локшан. Я даже вспомнил. Сколько он говорил, стоит тунец? Должен стоить тунец. Ну, в зависимости от да. размера. Нет, за килограмм в районе 700 рупий, да, он говорил? Как-то так, да, плюс-минус. Это хороший. Ну да, поэтому вот так. А вон наш отель. Высоточка такая. Hello. Hello. Чирачиву. How much? 1300 рупий. Креветки 1300 килограмм получается. Туна how much? Туна 500 рупий. 500? 500 1 кило. 500 рупий килограмм. Прикольно. Очень хорошая цена. Да, пробуем новый фрукт, похож, блин, на черемою, но я не уверен вообще, что это. Это, может быть, и есть саутсеп? Может, и есть. Мне кажется, что это есть, но он похож на черемою внутри, ну, да? Ну да, он даже по запаху похож, как и черемою. Да. Ну, саутсеп, это же как груша, вот он похож. А ну-ка, давайте, товарищи. Раз. Не, ну, два. Это самый, кстати, вкусный фрукт должен быть, если он сладкий. Если он сладкий, да. И что? На черемой похоже. Да? Ну, сладкий, да, такой, с косточками, с черными. А что? Вкусный? Угу. Тут, Но запаха никакого нет, выглядит. Ну, привкус есть такой. Угу. Ну, он что-то твердый. Я думал, там мякоть такая была мягенькая. Положи. И опять же, с такой косточкой. Он дает кайфануть. Твердая белая вот эта вот фигня вся. Я рассчитывал, что она мягкая должна быть. Нам, когда черемой покупали, нам давали ложечку. Ты берешь, ложечкой выедаешь, как десерт. Он не спелый. Он то ли не спелый, мы же, да, не разбираемся, купили, что увидели. Не, не знаю, мне вкусно. Не очень сладкий, будем такой, с привкусом каким-то. Я пытался, мне кажется, просто не спелый.